Всем привет, друзья! Я вам сегодня подготовил шикардосное видео, как обойтись без крокодилов. Смотрите, в чем минус вообще вот крокодилов. То есть мы когда пытаемся использовать крокодилы, во-первых, их надо купить, они еще не у всех есть. Во-вторых, я говорю вот об таких крокодилах. Вот такие крокодилы. Вот видите, электронные крокодилы металлические. Вот. У них есть два минуса. Во-первых, они постоянно вот так вот болтаются. Их надо постоянно вот сюда одевать. Во-вторых, он скользкий сам по себе. Очень тяжело здесь нажимаешь пальцами, оно соскальзывает. И в-третьих, крокодил еще имеет одну особенность. Со временем у него вот тут вот кривые контакты становятся, и они не попадают полностью в контакт. Четвертая особенность крокодила. На него вот натягивают вот такую штуку обычно, но она соскальзывает, и здесь очень тяжело нажать. Вот видите, кстати, на этой тоже уже скосились углы. Вот. Я вам предлагаю простой выход. Но здесь вот эта поверхность скользкая, не всегда удается нажать, она под углом, неудобно. Я вам предлагаю вам простой выход. Вот смотрите, у нас сейчас задача стоит. Вот у нас есть два аккумулятора, которые надо испытать. Вот аккумулятор 3600 миллиампер. Вот одна банка. И вот вторая банка. И вот задача. Вот у меня есть, допустим, фонарь, на котором я разряжаю эти банки, потом их опять заряжаю, чтобы понять их емкость. Но здесь, видите, разъемы такие, что сюда только 18650 влазит. Поэтому было припаяно два провода, минус и плюс. И я, когда подсоединяю аккумулятор, я подсоединяю амперметр и смотрю, сколько тока потребляет он в первом режиме, во втором и в третьем. И знаю, сколько емкость аккумулятора. Включаю, и, допустим, 10 часов оно проработало. 400 мАч, значит, 4000 там есть реальной емкости. Проверка реальной емкости. Не то, что вот этими тестерами, которые вы любите тыкать в мультиметры, все равно они реальную там не показывают. Они показывают, что емкость есть. На самом деле ничего уже не светится. Смотрите, что мы делаем. Мы берем вот такие обычные прищепки. Вот. Обычные прищепки, которыми мама ваша или жена или теща белье вешает. Вот. А эти прищепки — полная копия крокодила, но бесплатная. Это тот же крокодил. Обратите внимание, прищепки надо брать такие, у которых вот здесь есть вот такие вот зубчики. Вот, вот здесь зубчики такие. Вот я сейчас сведу прищепку. Вот видите, на ней зубчики есть. Пластмассовые такие хорошие зубчики. И эти прищепки дешевые, они стоят там 20 штук в Авроре или в каком-то магазине, там 20 гривен 40 штук их стоит. И если потеряете, не жалко. Значит, вот одна прищепка зеленого цвета, вот берем синего цвета прищепку для другого, для плюса, для минуса. Смотрите, что делаем. Можно, конечно, эти контакты паять. Вот у меня есть тут припой, есть вот паяльник. Но проблема в чем? Постоянно вот этот аккумулятор присоединишь, он проработал 10 часов. Через 10 часов опять надо включать паяльник, паять. Поэтому что мы сделали? Мы взяли вот повербанк, припаяли к нему проводки и залудили. Вот они, залуженные части проводков. Видите, залуженные. Теперь берем просто минусовый контакт. Вот он, минусовый контакт. Берем минусовый контакт нашего провода и крест-накрест вот так вот соединяем провода. И зажимаем нашим крокодилом пластмассовым вот так. Вот. Раз. Обратите внимание, у обычных крокодилов металлических вот эти вот железные куски имеют зубы. Железные хлицеры вот эти имеют зубы. И эти зубы, если вы позажимаете такие вот провода, которые вам надо 10-20 раз подсоединять аккумулятор, они просто изнашивают провод, они его тупо перегрызают, этот провод. Он у вас отлетает, его опять нужно запаивать. Обратите внимание, вот эти зубы на прищепке, на пластмассовой, они мягенькие, хорошие.
Особенно хорошо такие китайские маленькие прищепки. И здесь они хорошо зажимают. Вот. Берем теперь второй контакт. Плюсовой. Опять накладываем плюс на плюс. Минус на минус. Вот так вот зажимаем их пальчиками. И сверху насаживаем крокодил. Вот так раз. И все. Проверяем. Вот. Мало того, эти крокодилы чем хороши? Они пластмассовые, они не контачат друг с другом. Даже если они сейчас законтачат, они вам плюс-минус не соединят. А вот эти крокодилы имеют еще одну особенность. Ими когда работаешь, вот допустим, вы подключили Каймакс B6 такие крокодилы. И они, когда в свободном режиме, они могут вот так вот соединяться и коротить вам устройство, блок питания выводить из строя и так далее. Эти крокодилы, как вы видите, ничего не коротят. Все, проверяем работоспособность схемы. Вот. У нас тут кнопочка, вот включили, видите, светится отлично. Вот первый режим у фонаря максимальный, вот второй, более слабый, на котором я гоняю тестир-аккумуляторы. Третий красный у него и моргающий есть режим. Значит, в этом режиме он потребляет только 1 ампер, 800 миллиампер, в этом режиме 400 миллиампер, в этом режиме 600 миллиампер, вот. И все, я вот ставлю вот 400 миллиампер. Вот я включил. Вот так. Все, тут 3600. Значит, умножайте. 5 в 4, 5 часов, 2000. И сколько он проработает. И вы будете знать точную емкость аккумулятора. А этот в это время я ставлю на IMAX B6 заряжать. И вижу, сколько он туда емкость загнал. Вот здесь вот 3600. Но IMAX B6 всегда больше загоняет, чем в аккумулятор. Здесь емкость 3600 у аккумулятора. А Макс B6 умудряется у него 4300 загонять. У этого тоже 3600, в этот iMac 4000 загоняет. Ну вот он 4300 загнал, значит, у меня должен 10 часов отработать этот свет. Ну, к рыбкам ставлю в аквариум. А если я хочу быстрее, я ставлю вот этот режим, вот. Тогда 1 ампер, он за 4 часа разрядится. Ну, вот вам ноу-хау. Смотрите, используем мы такие крокодилы бесплатные, за них ничего платить не надо. У вашей мамы, у жены этих прищепок 40 штук на балконе. Пойдите, возьмите себе парочку для радиолюбительских дел. Ими хорошо можно соединять провода. И самое приятное, что они, когда вот так соединяются, они не контакт не скрывают. И во-вторых, контакт, видите, плотно закрыт. Плотно соединен. Вот, смотрите. Плотно соединен контакт. Никаких проблем. Не надо лудить, не надо паять. И самое главное, эти прищепки не разрезают вам провода, не ломают изоляцию. Чистое искусство. Можете не благодарить. Вот такое вот ноу-хау мы сегодня придумали. Я уже второй день пользуюсь и радуюсь. А до этого я мучился вот с этими крокодилами. Во-вторых, эти крокодилы, они мельче по размеру. Видите, они вот какие. Ими еще соединяешь, черт знает, что соединяешь. Потом этим крокодилом соединишь. Он здесь железный, попадает на какие-то контакты, контачит, что-то закорачивает. То есть эти крокодилы, ну, может, для тестеров, да, нормально, вот для тестера, они у меня на тестере стоят. Конечно, прищепки здесь использовать неудобно. Но вот для таких вот всяких устройств, которые вы время от времени подзаряжаете, меняете, они очень подходят шикарно, и не надо ничего ни паять, ни скручивать. Да, я пробовал скручивать эти скрутки, но их скручиваешь опять, 5-6 раз скрутишь, она после этого провод отваливается, опять надо новую паять. Все, дарю вам, можете не благодарить, подписывайтесь. Лайки можете ставить, не ставить. У меня все комментарии разрешены. Можете писать все, что угодно, даже маты. Всем удачи, спасибо.